Народ, всем привет! Есть у меня мотоцикл Иж Юпитер 5, и сегодня мы с вами поговорим о том, как я переваривал раму. Скажу сразу, что на скорости, на каких-то динамических характеристиках мотоцикла это абсолютно никак не сказалось, потому что в моем понятии вообще мотоциклы эти созданы для того, чтобы возить на них картошку и привезти свою попу из точки А в точку Б. Просто хотелось сделать более-менее что-то красивое, что-то отличающееся, что-то не такое, как у всех. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о том, как я переваривал раму и какие изменения и доработки это за собой повлекло. Итак, смотрите, относительно рамы. Переваривалась у меня та часть, где находятся амортизаторы. Как видите, амортизаторы стоят у меня под наклоном, крепления на них тоже переварены, переделаны трубы, переделан отсек аккумулятора, переделано крепление лягушки стопа. Вот, в общем, сейчас все это я вам покажу, как я переделывал. Справа у меня стоит такой же мотоцикл, ну, не такой же, это планета пятая. Я сейчас на нем покажу, где и что я отрезал, и что я дорабатывал, что я выбрасывал, что я доваривал. Изменения у меня происходили в отсеке именно бардачка, то есть я отрезал вот эту вот часть, вот смотрите, вот здесь отрезал, да, показывают на своем мотоцикле. Вот видите, отрезано. Отрезано, я вставлял туда гайку, забивал и заливал это все герметиком, чтобы внутрь это не попадала влага. Так, теперь далее идем. Отрезал я снизу, отрезал я вот здесь вот сверху, когда бардачок снимаешь, здесь идет вот такая вот, ну вот она, труба идет. Ее тоже вот здесь под седло, под самое я отрезал, то есть у меня получилась рама, которая идет вот здесь и продолжается вот сюда. А здесь у меня в районе бардачка абсолютно ничего не было, абсолютно ничего не было. И было принято решение приварить вот в это место, так, так как у нас бардачка нету, трубу. Вот можете посмотреть на моем мотоцикле. Бардачок у нас был вот здесь, он ушел, и приваривалась вот такая вот труба. Приваривается вот такая труба. Давайте я сниму защитную крышку, чтобы это выглядело более наглядно. Снимаем сиденье. И откручиваем нашу заглушку. Она держится у меня на простых саморезах. Саморезы эти сейчас я покажу вам. Вот такие саморезы. Так, ну вот, теперь это у нас выглядит более наглядно. Как видите, бардачка у нас нету. Так как бардачок отсутствует, нужно было между вот этой рамой и вот этой рамой сделать какое-то усиление. Мне была приварена вот эта вот труба диаметром 27,3. Диаметр труб мотоцикла 26,2, по-моему. Вот. Толщина стенки у этой трубы, по-моему, 3 миллиметра. Но я не заморачивался, нашел более-менее подходящую трубу и отрезал по размеру и приварил. Да, еще не сказал о том, что перед тем, как приварить вот эту вот трубу, вот эта вот часть мотоцикла верхняя, она засовывалась между двумя столбами и немножко вот так вот загиналась вверх, совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, то есть она может изначально была в стоке, но вот может вот так вот она была. То есть чуть-чуть я ее вверх приподнял, абсолютно немного. Опять же, все это делается на вкус и цвет, кому как нравится. Итак, поехали дальше. Также мною было принято решение поставить амортизаторы
под наклоном, чтобы они не прямо стояли, а немного под наклоном, чтобы они лучше работали. Для того, чтобы поставить эти амортизаторы под наклоном, мне пришлось переваривать крепление амортизатора. То есть изначально вот это вот крепление, оно было вот здесь. Болгаркой оно срезалось с одной стороны, срезалось с другой стороны, отрывалось, зачищалось, переносилось сюда, в конец маятника, и приваривалось. Давайте я вам поближе покажу. Вот так это выглядит. Ну, с обратной стороны там довольно-таки хорошо проварено. Теперь, что касается верхнего крепления. Я его брал с такого же маятника, как у меня на мотоцикле. Нашел ижевский маятник. И вот это вот крепление я просто отрезал. И приварил себе к раме с одной и с другой стороны. Также смотрите, в этих креплениях с одной стороны есть резьба. С одной стороны есть резьба. Здесь, конечно, у меня просверлено, прокручено насквозь, так как на этом болту, на котором крепятся амортизаторы, у меня крепится еще и труба. Но нижний болт, смотрите, он закручен у меня с одной стороны, а с другой стороны он крепится в это ухо, и в этом ухе находится резьба. То есть резьбой привариваете, чтобы она была вовнутрь. Относительно амортизаторов, долгое время я ездил на своем мотоцикле вот на таких, на обычных, на простых ижевских амортизаторах. Они у меня не стучали, я их перебирал, менял манжеты все, заливал масло, отъездил я примерно год, и они у меня застучали, потекли. В общем, мне это не нравилось, и было принято решение купить вот такие амортизаторы, которые на газу, на воздухе. То есть я накачиваю туда 8 атмосфер, и у меня ничего не стучит. Изначально, когда я их купил, я ничего не подкачивал, никакое давление не проверял, просто установил их. И амортизаторы у меня стояли и не стучали на мотоцикле в течение, ну, лет 3. Текущим летом я поехал, у меня немного застучали амортизаторы. Я открутил снизу вот эту вот головку, накачал давление 8 атмосфер, и по сей день езжу, и у меня ничего не стучит. Я доволен как слон. А теперь следующий момент. Смотрите, мы отрезали бардачок, в котором у нас был аккумулятор. То есть вот в этом бардачке стоит аккумулятор, правильно? Все знают. Нужно куда-то ставить аккумулятор. Я его поставил вот сюда. То есть между вот этой трубкой и такой же трубкой с той стороны я вырезал вот такую вот металлическую планку и просто в углу ее здесь приварил. На ней стоит у меня аккумулятор, который прижимается у меня вот такой резинкой. Сверху она его облегает и прижимает, чтобы он не болтался туда и сюда. Кэт у меня просто лежит, ну, вот в этом пространстве под сиденьем. Так, теперь давайте с вами переместимся на обратную сторону мотоцикла. Так как мы с вами выбросили и левый, и правый бардачок, в правом бардачке у нас была установлена лягушка стопа, которая при нажатии на педаль тормоза давала сигнал на знак стопа, и он загорался. Ну и было принято решение приварить опять же вот к этой трубе, да, которую я приварил для усиления, просто железную планочку такую. И на нее перекрутить на один винтик, лягушку. И в принципе вот она, я нажимаю на педаль стопа, и у меня все работает. Стоп, который установлен у меня в сиденье, он загорается. Теперь смотрите, так как мы с вами отрезали заднюю вот эту вот часть, к ней, к этой задней части на стандартном мотоцикле крепится подножка. То есть нам еще нужно примудрить к нашему мотоциклу подножку. Вот она у меня. Эта подножка также прикручена к этой вот трубе, которую мы с вами приварили вместо бардачка.
Подножка это, в свою очередь, крепится на стандартном креплении. А стандартное это крепление, вот оно, да, то есть подножка, ее также регулируешь, как тебе удобно, вверх, вниз, в любом положении. То есть стандартное вот это вот крепление я отрезал просто от той части мотоцикла, которую я выкинул. То есть вот из этого места я болгаркой аккуратненько отрезаю это крепление. Вот это вот крепление я изнутри отрезаю. Так. И привариваю его с одной и с другой стороны к своей раме. Я начал уже собирать и забыл сказать вам о том, что заглушки, которыми мы закрываем вот это вот отверстие, я делал из обычного пластика. То есть вырезал по размеру из пластика нужную заготовку, покрасил ее и просверлил отверстие. Ну, можно сделать для большей надежности данную заготовку из жестянки какой-нибудь. То есть вот так это получается, все закрывается. На что прикручивать данную заготовку? К раме было принято решение приварить вот такие вот маленькие уши и просверлить в них маленькие отверстия. Теперь я беру, ставлю нашу заготовку и прикручиваю обычными саморезами. Итак, следующее, о чем хотел я вам рассказать, это о трубах, из чего я их делал и нюансы езды с такими трубами. Делал я их, как видите, из обычных восьмерочных резонаторов. Планировал я покупать круглые, но круглых в магазине не оказалось. Ну, овальные, если честно, мне больше понравились даже, чем круглые, и я заморочился, купил их. Значит, вот в этом месте происходил изгиб. Лишнее отрезалось и приваривалось к стандартному патрубку. По креплению к раме, к самому резонатору, я приваривал вот такую вот железку. Да, она изогнута здесь, чтобы она выпирала на нужный нам уровень и не касалась нашего амортизатора, чтобы он на свободно работал. Так. Здесь изначально труба у меня заканчивалась прямо, потом я сделал такие как бы вставки, раз вставку приварил, в эту вставку еще одну вставку приварил, и, по-моему, или две, или три вставки, если у меня в итоге получилось, чтобы выхлоп более-менее уходил вниз, не вверх, а вниз. Почему я делал эти вставки? Потому что, когда ты едешь на мотоцикле, очень сильно потом пахнет маслом спина. Потому что идет вот здесь завихрение, и часть масла попадает тебе на спину. Конечно, точек никаких нету, но запах после поездки остается очень сильный. Ну, не то, что прям очень сильный, но когда приходишь домой, ощущается. Плюс относительно номера. Так как выхлоп расположен прямо рядом с номером, то есть, в принципе, естественное состояние номера – это вот то, что вы видите снизу. Вот такой на нем постоянно масляный налет. Верхнюю часть я очистил, ну, особых усилий я не прилагал, немножко капнул на тряпку бензина и протер. Но следует принимать во внимание, что вы можете столкнуться с вот такой темой, и это нужно будет постоянно очищать. И я вспомнил о том, что не сказал вам про бардачок. Так как мы
полностью убираем вот этот отсек, то есть нам по сути некуда класть какие-то ключи. Тот же самый свечник, отвертку и хотя бы какой-то набор ключей для того, чтобы, ну, хотя бы какие-то мелкие работы мы могли сделать в дороге. И мною было принято решение, да, конечно, скажете вы, это все фигня, но лучше так, чем никак. И я примудрил, опять же, к вот этой вот трубе, которую я приварил, обычный велосипедный бардачок. То есть в нем у меня лежит свечник, отвертка, две свечи и, ну, по сути все. Вот еще какие-то мелкие ключи туда залезут. Я к тому, что делая переделки в мотоцикле, думайте, где вы будете хранить хотя бы какой-то минимальный набор инструмента для того, чтобы сделать ремонт своего железного коня в дороге. В остальном по мотоциклу, что я хочу сказать, каждый делает так, как ему нравится. В моем случае на колеса были установлены такие своеобразные колпаки, которые я вырезал из тонкой жести, окрашивал в черный цвет и прикручивал на 1, 2, 3, 4, 5, 6, на 6 болтиков на 8 сзади и спереди относительно переднего крыла. Оно у меня самодельное, я его сам делал, отрезал, шпаклевал, выравнивал, красил. Относительно передних перьев, как видите, вилка у меня стоит стандартная, а перья просто обрезаны и покрашены. Относительно приборной панели, я себе ее сделал из шестерочных приборов. Это взят тахометр, взят спидометр, взята температура двигателя и взят датчик напряжения бортовой сети автомобиля. То есть, когда ты едешь, здесь у меня, в принципе, тоже стоит такой своеобразный бортовой компьютер, который также показывает напряжение бортовой сети, обороты. Ну, в принципе, дублирует. И по большому счету можно ездить без него. Основные приборы, вот они в стрелочках, мне удобно в них ориентироваться. Едешь, смотришь, какие у тебя обороты, естественно, скорость, напряжение бортовой сети автомобиля. В зеленой шкале она заряжается, когда белая шкала это подходит к разрядке, и красный уровень это уже аккумулятор разряжен. Относительно температуры двигателя также очень удобно ориентироваться, когда вы едете и смотрите, на какой температуре работает ваш двигатель. Стоит вам остановиться, либо можно продолжить движение. Не рукой постоянно трогать, а вот, пожалуйста, для этого есть датчик. Плюс я немного переделал заднюю часть мотоцикла. Я полностью убрал стандартный стоп и сделал вот такие два глазка. Они у меня играют роль стопа. Загораются, когда у меня нажимается педаль тормоза. И снизу я приделал вот такой вот габарит, который устанавливается на задние стекла автомобиля как дублирующий стоп-сигнал. Также в данном мотоцикле установлена бесконтактная система зажигания от ВАЗ-2109. Про данную систему очень много информации в интернете, можете посмотреть. Плюс установлена подсветка вот здесь, заднего колеса, подсветка снизу. И подсветка синяя у меня сделана, вот такие вот глазки, которые выходят из дуг. Ну, говорю, это все на вкус и цвет. Делайте так, как вам нравится. В принципе, я хотел рассказать, и у меня спрашивали о том, как я переделывал раму. На этом у меня, в принципе, все, ребят. Спасибо, что смотрели. Всем счастливо и пока.